Всем привет! И вот наконец-то пришла наша посылка. И даже Кнопе стало интересно, что там пришло. Сейчас мы будем распаковывать. Такая вот медуза в аквариум. Ее нужно прицепить на стекло аквариума, и она будет плавать в воде в розовом цвете. Дальше нам пришел намордник для Йорка, размер S, в виде уточки желтого цвета. Еще одна медуза. Последнее у нас это вот такая вот штучка, это в аквариум. Сейчас я вам более детально расскажу про каждую вещь из этой посылки. Это синяя такая медуза, аналог ей это розовая. Она будет в аквариуме, крепляется она так, и она будет плавать. А это сундук, он также для аквариума, тоже будет плавать. Так вот он выглядит внутри. Такой вот водолаз, и он будет вот так вот тут как-то висеть. Также мы купили намордник такой желтенький для своей собачки, закрепляется он вот так вот. Вот в скором времени мы вам покажем, как это все выглядит на самом деле. Так вот выглядит намордник на собаке, очень хорошо подошел, все хорошо. И вот мы погрузили наших медуз в аквариум, наши сокровища тоже, которые пытаются достать водолаз. В следующих видео мы вам покажем, как здесь будут уже плавать новые жители нашего аквариума.